война, которая произошла в прошлом году, не оставила нам шансов надеяться, что кто-то другой сможет за нас что-то сделать. Перед нашим народом стоит очень много вызовов, и они очень разные. Некоторые из них очень горящие, требующие немедленных ответов, некоторые долгосрочные, требующие серьезной проработки. Но один из ключевых аспектов, почему мы начали это движение, мы считаем, что только вместе, а именно государство, диаспора, люди, живущие в Арцахе, люди, живущие в Армении, могут реально выработать новый некий общественный договор. Это не подписанный контракт, это такой негласный договор, который будет отвечать на многие вопросы, связанные с безопасностью, процветанием, идентичностью, которые волнуют всех нас, живущих в разных точках мира. И вы видите, что в 15 направлениях это не только вопросы развития Армении, но и, опять же, сильная диаспора, взаимоотношения диаспоры с Арменией, где очень много вопросов, которые выходят за рамки возможностей армянского государства и требуют действительно взаимного такого участия.